Впервые за долгое время Илья Вербух рассказал, как себя чувствует Роман Костомаров. Коллега находится рядом с семьей фигуриста и знает о его здоровье не понаслышке. Еще недавно прогнозы состояния Романа были ужасающими. Последовали ампутации, однако вера в лучшее сохраняется. Ранее сообщалось, что лежащему в коммунарке Костомарову ампутировали голени. В таком случае шансы вернуться на лед приравнивались к нулю. Впрочем, Авербух знает, такие как Костомаров не сдаются. Он передал первые слова звезды ледникового периода, прямо из больничной палаты. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании. Он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед. Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед, рассказал Илья Вербух.